Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Poco M4 Pro узнать свой номер IMEI и также серийный номер телефона. Для начала открываем... Точнее, для начала вам стоит знать, что у нас есть два способа узнать данные номера. Первый – это открываем приложение телефона, открываем клавиатуру набора номера и вписываем секретный код звездочка-решетка 06-решетка. И появляется на экране наш номер IMEI-1, IMEI-2 и также серийный номер. И второй способ – это переходим в настройки, затем в раздел «О телефоне», все параметры, общая информация. И видим здесь наш IMEI-код 1, IMEI-код 2, и также в разделе «Модель и аппаратное обеспечение» можем найти наш серийный номер. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и пока.